Вот и началась вторая неделя. Началась она довольно-таки хорошо, налегке. Энергетические силы у меня очень много для продолжения кардиостимулирующих тренировок и для продолжения второй недели. Хотя она будет не такая активная, как предыдущая первая, но тем не менее. Итак, с чего же мы начнем? С питания. Питание у нас будет следующим. Основной упор делается на завтрак, где будет в районе от 500, вернее от 600 до 800 килокалорий. Дальше будет обед до 500 килокалорий. Ну и, соответственно, легкий ужин. Вот, чтобы выгнать все это, где-то 1700 килокалорий в день. Это нам нужно будет для того, чтобы поддержать немного организм после стресса первой недели и для того, чтобы немного закрепить результат, после чего будет вторая неделя, опять-таки стрессовая, и после нее уже будет две недели для закрепления результата. Ну что, неделя началась. Не такая уже и сложная вторая неделя, которая стремительно пролетает. Вот. Сейчас самое главное — это нормально контролировать питание, потому что есть, к сожалению, почему-то не хочется, но нужно себя заставлять, чтобы набрать нужное количество калорий для этой недели, чем я, в принципе, пытаюсь и заняться успешно. Вот, заставить себя набирать то количество калорий, которое мне нужно, согласно программе. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, из трудностей пока это все. Особых там напрягов по поводу того, что очень сильно хочется есть, особенно вечером, ничего такого не происходит. Вечером, наоборот, даже не хочется есть. Иногда заставляешь себе там съесть яблоко либо банан. Вот, для того, чтобы добить уже количество ежедневных килокалорий. На протяжении второй недели стал замечать, ловить себя на мысли о том, что мне почему-то не очень хотелось всю эту неделю, да и как бы предыдущую, каких-нибудь там снеков типа сухарей, либо чипсов, которые я раньше употреблял с регулярной периодичностью, то бишь каждый вечер. Вот. Ну и последние две недели этого вообще не хочется. Странно почему, но вечером вообще не особо хочется есть. Иногда даже себя заставляешь сделать ужин для того, чтобы добрать калории. Вот. Пока движется вторая неделя. Будем смотреть, что будет в конце недели, какие она даст результаты, что у нас выйдет по весу в конце недели и по самочувствию. Ну, пока, в принципе, энергии выше крыши и хватает для того, чтобы делать несколько раз больше кардионагрузки и ходьбы, чем требует Google Fit. Пришло время ужина. На ужин у нас батончик с белым шоколадом, ну и, соответственно, кофе. В лесу это намного интереснее, потому что, во-первых, свежий воздух, во-вторых, в 5 метрах от меня бегает полевая мышь по пеньку. Такой мини-пикник в городских условиях. Если вы едите на природе или даже в городе, не забудьте о том, что даже маленький мусор нужно брать с собой и выбрасывать специально оборудованное ящики на остановках, допустим, либо дома, и мусорное ведро.
Но вообще, правильно, я думаю, сортировать мусор, а не выбрасывать, где попало. В лесу, либо там, как обычно, люди делают, покурили и бросили на асфальт, на бордюр. Это пакеты и пластик очень долго разлагаются, и это негативно может сказаться даже на вас, в плане экологии, здоровья и всего остального. Полиэтилен, конечно, практичная штука, но с ним стоит быть аккуратным. В конце второй недели я заметил то, что вес, наверное, скорее всего, будет просто держаться. Я сомневаюсь, что он уйдет. Но, тем не менее, по объему слышно, что брюки, допустим, стали свободнее. Футболки, которые были плотными, тоже стали посвободнее. Поэтому прогресс какой-то есть. Впереди нас ждет жесткая третья неделя, на которой будем опять жестить. Ну и посмотрим, какие будут у нас результаты. Пока вторая неделя еще не закончилась. Вот и закончилась вторая неделя. Сегодня у меня день народжения. Такой замечательный праздник. Очередной годик исполнился. Плюс копилку. И поэтому подводим наши итоги, которые заканчиваются на минус 800 граммов. Это было, естественно, ожидаемо, о том, что будет такой маленький минус. Но и ему я очень сильно рад. Сегодня в честь дня рождения будет еще где-то плюс 500 граммов еды, из которых будет торт на 340 килокалорий. Так что движемся дальше. Впереди нас ждет третья жесткая неделя. Всем, кому интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. И оставляем комментарии.